привет! С вами Ярославна Громакина, и сегодня я расскажу, как выглядят конфеты конфетной фабрики Амта изнутри. Конфетная фабрика Амта – это фабрика, которая расположена в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия. На Новый год мы купили премиум-подарок, конфеты премиум-класса. Это уже второй подарок, первый мы уже съели, поэтому я примерно знаю, как они по вкусу, эти конфеты, замечательные. И сегодня я расскажу, как они выглядят изнутри и опишу вкусовые их качества, да? Так, с чего мы начнем? Я хочу показать для начала самую вкусную, на мой взгляд, конфету. Она называется грильяж. Это кедровый грильяж, шоколадная конфета класса премиум. Итак, вы видите, на ней изображены такие две шишечки. Хвоя. Так, я постараюсь, наверное, как-то приблизить камеру, чтобы было лучше видно. Так. Угу. Да, наверное, вот так будет лучше всего. Хорошо, поехали. Итак, сейчас мы ее откроем. Да. Вот это замечательная конфетка. Посмотрите, какая она красивая. Здесь очень вкусный такой молочный шоколад. Вся ровненькая. Сейчас я покажу, как она выглядит внутри. Поскольку это кедровый грильяж, то основное содержимое – это кедровый орех. Посмотрите, как он плотно расположен, прямо орешки к орешкам. Орешков очень много, друзья мои. Я думаю, вы все когда-нибудь пробовали грильяж какой-либо и знаете, что он всегда однотипный. Когда я впервые попробовала вот этот кедровый грильяж от Амты, я была просто поражена. У меня не было прям слов. Посмотрите, как плотно тут вообще прилегают кедровые орешки, ядра кедрового ореха друг к другу. Это не какой-то там дешевый вариант, где между орешками нальют копеечной глазури тому или шоколада дешевого. Очень плотно орешки расположены. Орех очень свежий, наисвежайший. Я когда в первый раз попробовала, у меня были одни замечательные прилагательные, восхитительные, великолепно, как вкусно, здорово. Это вообще невообразимо. Ребят, если вы знаете похожие какие-то конфеты, да, если вы такие же любители именно кедрового ореха, как я, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие бывают еще конфеты похожего содержимого, похожего класса. Прямо на самой конфетке написано, что это премиум класс. Да, что это шоколадные конфетки, кедровый грильяж премиум класс. Он действительно премиум класса. Если вам когда-то попадется, попробуйте. Если вы пробовали, тоже поставьте в комментариях ваши отзывы, оставьте, напишите, как вам, понравилось, не понравилось. Мне лично очень понравилось, и я всем рекомендую. Это самая вкусная, наверное, конфета в Амте, которая вот мне больше всего нравится. Посмотрите, какая она красивая. Запомните, вот эта зелено-бирюзовая обложечка такая, да. И есть еще такие маленькие варианты, маленькие, посмотрите, да. Кедровый грильяж по сравнению с самой конфетой большой. Сейчас я найду, у меня еще одна есть. Вот. Вот большая, как выглядит конфетка, да, вот как выглядят ее такие маленькие варианты. Бирюзово-зеленая обертка и золотая периферия, золотые буквы, золотая картинка, больше ничего лишнего. Все. Запомните, эта конфета очень вкусная, замечательная. Мне она больше всего понравилась. Так, мы продолжаем наш обзор. Будем смотреть другие конфетки. Итак, что мы возьмем? Сейчас мы возьмем, наверное, вот такую конфеточку от Амты. Вкустен.
вкустёна, семечки в мягкой карамели. Обложка желтенькая, оранжевый низ, изображен подсолнух с его семенами. Сейчас мы посмотрим, как конфетка выглядит изнутри. Так, продолжаем смотреть вкустёну. Вы, наверное, встречали такие конфетки. Например, тот же Сникерс, он, правда, с арахисом. Но была ограниченная серия и, значит, семечками, да. Семечки в мягкой карамели. Амта. Амта фабрика существует с 1971 года. Вот так выглядит конфетка. Она такой оригинальной формы, оригинальной заливки. Вот как ее залили, да, вот такая она и осталась. Вот. Видим немножко здесь карамелька. Посмотрим, что внутри. Угу. Ну, конечно, эта конфетка уже отличается от предыдущей, потому что она в мягкой карамели. 50% занимает здесь где-то карамелька. Да, как мы видим. Вот, и арахис. Арахис сверху, по периферии. Угу. Конфетка это такая сладенькая, карамель, вот эта желтая, очень мягкая. Я могу сказать, что она очень мягкая, нежная. Семечки придают определенный вкус своеобразный, да. Все вы знаете, какой вкус у семечек. Вот. Вот такая конфета. Хорошо, давайте посмотрим ее, наверное, собрата так эдакого. Вкустёна. Арахис в мягкой карамели. В принципе, дизайн похож. Здесь также желтая верхушка, но уже зеленый низ. Нарисован арахис. Размеры, мне кажется, на взгляд такие же. Написано «Амта». Посмотрим. В принципе, и форма даже схожая. Может быть, не такая изогнутая, как в предыдущей версии, но тем не менее видно, что конфетка была залита. Угу. И, на мой взгляд, здесь шоколад как будто потемнее, да? Ну, а может быть и нет. Хорошо. Посмотрим, как она выглядит на разрезе. А здесь уже, на мой взгляд, значит, мягкая карамель желтенькая, она по всей площади, и орешки есть и вверху, и внизу. Да, то есть, если семечки были как-то больше сверху, здесь, по-моему, они распределены равномерно. И конфетка как-то поплотнее, как будто бы. Ну, вот такая она. Это дробленый орех здесь. Арахис дробленый. Конфетка сладкая, я пробовала. И очень мягенькая. А карамель действительно мягкая. Вот. Это была у нас вкустёна. Давайте сейчас сделаем обзор немножко другой вариант. Суфле в шоколаде клубника. Вот такая огромная ягода здесь нарисована, клубника. Амта в красной упаковке. Посмотрим, как выглядит у нас конфетка изнутри. Угу. Вот так вот она выглядит. Угу. Вот, немножко раскрошилась от жары. Дома очень жарко. Так, шоколад замечательный, вкусный, прям тает во рту. Сейчас мы посмотрим, как конфетка выглядит на разрезе. У нас написано, что это суфле. Суфле в шоколаде. Угу. 50% на 50%. Суфле, значит, такое светло-розовое, да? И, видимо, по всей видимости, прозрачная, красненькая, такого цвета, как клубника. Ну, конфета на всем протяжении будет такая. Смысла дальше резать ее я не вижу.
Очень вкусная, очень нежная. Бывают иногда конфеты чересчур сладкие. Это не об этой конфетике. Не об этой конфете в шоколаде. Вот. Угу. Давайте посмотрим собрата. Вот, суфле в шоколаде черника. Есть еще такое суфле в шоколаде груши, но я не буду все подряд резать. Они, в принципе, похожи. Ну, покажу эту на разрезе. Да. Это тоже все конфетки из подарка премиум-класса. Очень вкусные. Да, это наша фабрика. Это как бы не рекламная запись. Я делаю это просто для обзора, чтобы показать вам, какие бывают конфетки красивые. Разрежем. Ну, очень похожи на предыдущий вариант. Очень, да? Вот. Светло такой сиреневый, наверное, цвет сверху. И фиолетовое прозрачное суфле снизу. Уже очень сладкие, липкие руки стали. Хорошо, может быть, тогда сменим немножко тему на что-то более твердое. Хорошо. Что тут у нас? Путь каравана. Путь каравана. У нас нарисован такой верблюд. Конфета в коричневых тонах. Коричневый, фиолетовый тут присутствует. Видимо, закат. Пустыня. Такой классической конфетной формы. Обычно конфеты в такой упаковке, когда они так упакованы, они твердые, да? То есть это бывает вафля. Угу. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ну, вот конфетка классической такой прямоугольной формы, залита со всех сторон. Посмотрим, как она выглядит на разрезе. Путь каравана. Ну, здесь обычно я вижу такое какое-то коричневое содержимое. И небольшие беленькие такие вкрапления. Это, скорее всего, орех, может быть. Может быть, не орех, может быть, это печенье. Честно говоря, я уже не помню, хотя я ела. Все конфеты вкусные, действительно очень вкусные. Вот, вот так вот выглядит путь каравана изнутри. Угу. Так, картошка. Я думаю, все знакомы с пирожным под одноименным названием картошка, которая выполнена из печенья. Печенье обычно перемолотое, перемешано с шоколадом. Это бывает сгущенка с какао, да? Нет. Вот картошка. Ну, вот такая картошечка. Все тает. Попытаем счастье на разрезе. Ну, вот на разрезе она выглядит так. Тут что-то беленькое, что-то интересное может быть. Как будто твердое, словно это какой-то орешек. Да, его здесь достаточно много. Вот, например, второй кусочек мы разрезали. Видите? Картошечка тоже вкусная. Вкусная конфетка, я ее пробовала. Достойная. Достойная похвалы. Так, смотрим. Следующая конфетка. Написано «Флёр». Флёр в такой оранжево-коричневой какой-то охристой упаковке. Шоколадная конфета орех. Шоколадная конфета орех. Вот, посмотрите, как она выглядит. Классической прямоугольной формы. Посерединке мы видим три горизонтальные линии. Попробуем ее сейчас разрезать. Кстати, Амта фабрика постоянно проводит какие-то розыгрыши. Я помню, что впервые конфету Флёр
Меня угостил один мой знакомый мальчик, такой, можно сказать, маленький совсем. Он ее выиграл. Я уже даже не помню подробности, как он ее выиграл, но это была именно подарочная коробка конфет Флёр. На мой вкус они какие-то, знаете, обычные. Ну, не знаю, особо не запоминающийся вкус. Именно Флёр меня не впечатлили. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Может быть, вам она очень понравится. Вот такая, видите. Значит, шоколад в периферии, внутри коричневое такое содержимое. Синенькая обложечка. Давайте посмотрим. Буратинины денежки. Здесь у нас, значит, Буратино у нас изображен. И перед ним ключик. Хотя называется Буратинины денежки. Денежек почему тут не нарисовано. Да, я бы нарисовала монетки, может, какие-то на месте дизайнера. Хорошо. Давайте развернем, посмотрим, как выглядят Буратинины денежки у нас внутри. Вот такая конфетка. Шоколад очень вкусный. Буратинины денежки. Конфетка, посмотрите, какая твердая, да, то есть мне пришлось приложить определенные усилия, чтобы ее разрезать. Состав, ой, очень мелко, не буду искать. Но мы тоже видим здесь что-то такие, какие-то белесоватые, очень мелкие, округлые вкрапления. Реально как денежки, как монетные столбики, да. Вот Буратинины денежки, тоже конфетка очень вкусная для тех, кто, наверное, любит конфеты с таким коричневым, да, с коричневой начинкой. Метеорит. Метеорит у нас есть конфеты в определенной упаковке. Кто ее знает, это, по-моему, такой шестиугольник, да, шестиугольник, а внутри конфеты ромбики, вот ромбики. Может быть, метеорит по вкусу, это то же самое, как вот этот набор. Не знаю, видно, что что-то выпуклое такое выбухает. Давайте посмотрим. Да, вы знаете, очень похоже. Очень похоже на тот метеорит, к которому я привыкла, который можно купить у нас в Бурятии. Может быть, он и за пределами встречается. Вот, здесь как будто бы тоже есть карамель желтая и очень много орешков. Скорее всего, это тот же самый метеорит, только в более классической для конфет упаковке. Угу. Едем дальше. Возьмем, наверное, теперь вот такую конфетку, другой немножко формы, другую в другой такой обертке. Шоколадная конфета. Шоколадная конфета. Такой красно-оранжевый. Значит, упаковки. Ой, тут целая картина. Смотрите-ка, да это же репка. Золотая репка конфет называется. Посмотрите, какая красивая обертка. Это просто произведение искусства. Вот здесь, значит, и кот, и какие-то птички летают. И видно, как бабка с внучкой, с дедом сидят прямо на репке. То ли они ее еще не вытянули, она, наверное, в земле. Вот, посмотрите, бабка ходит с ведрами, смотрит на деда, как где-то в одиночку пытается вытянуть. Внучка вот тоже в окошке, в домике сидит, смотрит. А вот и все семейство ее тянет. И как там? База де, да? Помните, сокращенно так не пытались разговаривать, да? Что там? Мы за ко за со за вну за ба, база де, за ре, тя-па-тя, вы-тя-ре, да? Попробуйте, расскажите эту сказку только первыми слогами. Вот. Золотая репка, хорошо. Так, смотрим. Здесь серединка такая. Ага, вот конфета. Кстати, на бумажках резать более удачная идея, не приходится досточку вытирать. Так, здесь, значит, какой-то у нас имеется завиток. Вот такой. Шоколад темный. Попробуем разрезать. Вот репка, как у нас выглядит, да. Более густой шоколад сверху слой, то потоньше снизу. Коричневое содержимое с белесоватыми вкраплениями. Тоже классическая такая конфета вкусная. Ага.
Вот эти конфеты мне очень понравились. Чернослив, шоколадной глазури. Вы знаете, есть уже такие конфеты, я не помню точно, как они называются. Может быть, Курага Ивановна или там Чернослив Петрович. Может, я отчество путаю, но суть у них такая же. И вот эта конфета, она похожа на эту серию. Посмотрите, вот она вся залита шоколадом. Шоколад, правда, вкуснейший. Он тает во рту. И теперь я вам покажу вам внутреннее содержимое. Это чернослив, да, как заявляет у нас производитель. Чернослив необычный, посмотрите. Я всегда думала, что чернослив здесь такой цельный, без косточки, правда, но цельный. В этой конфете. Какой аромат прямо чернослива мне прямо в нос ударил. Когда я рассматривала эту конфетку вблизи, мне показалось, что чернослива бывает много разных. Это разные черносливы, они компактно упакованы, очень компактно, прям таким, да видите, кусочком, прямо вложены друг в друга, плотно-плотно. И конфета эта такая сытная прямо. То есть, видите, тут много составляющих частей. Я постараюсь разрезать еще, чтобы вам показать. Да, вот посмотрите, как выглядит она. Как выглядит чернослив. То есть это не одна цельная ягода. Тут не, бывает очень много ягодок, они прямо закручены, их приходится раскручивать. Потом вот это тоже бывает скрученная вся. Вот, да, видите? Вот они так упакованы, чтобы было, чтобы не было никаких пустот, чтобы вы максимально могли насладиться вкусом. Видите? Все приходится раскручивать. То есть в одной конфетке несколько, может быть, таких черносливов. Черносливин, как правильно. Если вы знаете, как правильно, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Конфета вкусная, ничуть не уступает тем, которые вот на рынке я говорила, там, да, Курага Ивановна, или как ее правильно. Вот, Курага. В принципе, это конфеты идентичны, мне кажется, они по размеру похожи. Единственное различие в них это содержимое внутреннее. Шоколад, я даже думаю, возможно, тот же самый, по цвету похож. Режется очень плотно, я еще раз повторюсь. Посмотрите, вот здесь наверняка тоже видно на разрезе, что она прям вот такая вся закругленная. Тут давайте попробуем ее развернуть. Да, вот. Видите, как она разворачивается. То есть саму курагу ее, видимо, очищают, моют, убирают косточку, и саму ее, видимо, вот так вот, видите, как сворачивают, чтобы она прям так плотно лежала. Конфеты, вот именно эти, да, две, чернослив и курага, прекрасные. Прекрасные, вкусные. Немного шоколада, а внутри натуральный фрукт. Вот такая похожая у нас была, да, конфетка, которая называлась «Золотая репка». Это у нас называется «Прекрасный цветок». Ну, понятно, речь идет, скорее всего, об аленьком цветочке. Мы видим здесь так называемых «жар птиц». Это не жар птица, это по нашему, по обычному народному русскому языку, это павлин. Вот мы видим красавиц наших сестер. Одна вот сидит с красным цветком, с длинной косой такой. Тут, может быть, что-то еще было интересное нарисовано. Красивая какая упаковка. Когда конфеты завернуты, выглядит совершенно неказисто. Мне даже они не понравились внешне. А вот сейчас я развернула. Превосходно. Посмотрите, совершенно другое содержимое. Я думала, будет что-то похожее с коричневой начинкой, с белыми вкраплениями. Нет. Нежно-розовое. Нежно-нежно-розовое содержимое. Ну да, раз прекрасный цветок, а цветок был у нас красный, неудивительно, что содержимое такого розового цвета. И очень мягкое. Видите? Давайте посмотрим тогда сразу на еще одну конфетку из этой серии. Она такого голубого и синего цвета. С
центре голубенькая, по периферии темно-синяя, там там сказочный морозко. Ну да, морозко сказочный. Так, что мы видим? Вот здесь я не совсем понимаю. А, ну, наверное, здесь был морозко. Вот это его такой подол, это его шуба. Может быть, это девушка, это понятно. А, ну, если вот, вот отсюда смотреть, то это, наверное, морозко. Все-таки конфета вот так, наверное, да, обертывается. Ну, вот мы видим, Настенька сидит на морозе, на снегу. Совершенно не замерзшая. Так, ну и вот здесь мы видим, как отец везет ее, видимо, уже домой, потому что она в красивой шубке, муфточка, или как это правильно называется, головной убор, лошадка. Хорошо. Сказочный морозко. Также здесь завиток. Завиток. Что же там внутри, как вы думаете? Может, что-то голубенькое, нет? Белая, белая такая кремовая начинка. Белая, она тоже такая полужиденькая. Вот, морозка сказочная. Хорошо. Фрут мисс. Конфета, я вам скажу, сразу неплохая. Но обложка мне не нравится. Когда я первый подарок доставала, они практически все фрут мисс были развернуты. Обложка такая твердая, упругая. Если вы ее развернули, да, обратно свернуть ее, ну, у вас не получится. Если она слегка приоткрылась при тряске или при переноске, то конфета, она будет лежать открытая. Фрут мисс, что они пишут? Черная смородина у нас. Хорошо. Обложка, видите, такая фиолетовая, с коричневым нарисована смородинка. Вся она прозрачная. Ну, если шоколад убрать, то такая, такого смородинового цвета, насыщенно фиолетового, что ли, такая конфета. Фрут мисс, очень много разных вариаций. Есть и в красной, по-моему, обложке. Есть вот такая, это лимон-лайм. Лимон-лайм. Еще раз повторюсь, конфеты вкусные, упаковка мне не понравилась. Какая, смотрите, желтенькая. Веселый желтенький цвет. Так, следующая конфетка у нас после той, которая была с лимонно-желтой начинкой. Это букет ландышей. Белая обертка, зеленый такой букетик, листики зеленые, и внутри белые ландыши. Шоколадная конфета. Угу. Ага, букет ландыши. Посмотрите, такая конфетка. Квадратненькая форма с тремя зазубринами. Буковками даже больше. Ох, она кровит. Кровит. Красная такая начинка. Что-то, наверное, ягодное. Такая конфетка. А, хорошо, любимая поляна. В красной упаковке с золотистыми цветами. Любимая поляна тоже похожа на ландыши, только уже более золотистая. Зелень, листочки и стебли. Достаточно упругая. На разрезе вот такой коричневый шоколад без всяких вкраплений. Угу. Опять амта с нежностью и любовью. Шоколадная конфета с карамельной начинкой. Интересно, она будет похожа на букет ландышей? Кровавой начинкой или нет. Ну, по форме похоже,
Значит, рельеф точно такой же. Ну, упаковка была такая же. Да, вы представляете, они с чем-то схожи. Но содержимое, однако, вот такое коричневое. Угу. Еще есть конфетка из серии сказок. Я ее нашла, думала, что она повторяется, но нет. Ребята-медвежата. Видимо, была такая история. Похоже, она на сказочку, где Маша пришла в дом к медведям, поспала, поела кашу. Что она там еще делала? Да, вот смотрите, кровать, она тут спит на чьей-то кровати. Вот каша перевернутая. Вот девочка убегает от семьи медведей. Конфетка наша с таким закругление режется очень-очень плотно. С коричневой начинкой. У меня осталась еще пара конфет. Это фрут мисс. Мне кажется, что мы уже такое смотрели или нет. Была желтая. Точно помню. А, и смородина была. Нет, красную не смотреть. На разрезе красное, прозрачное содержимое. Прозрачно-красное такое, да. И самое сегодня завершающее — это флёр. Флёр та была такой более оранжевой, охристой расцветки. А это у нас наверняка, ну, ожидаемо вполне. Коричневая обертка, коричневое содержимое. Вот такой был обзор сегодня конфет от бурятской кондитерской фабрики «Амта». Работает с 1971 года. На каждой обложке написано. Конфеты действительно хорошие, если речь идет о конфетах, которые находились в подарке премиум-класса. С вами был канал «Наши дети», Ярославна Громакина. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока!